ждать. Здравствуйте. Трамвай потихоньку двигаем. Здравствуйте. Здорово, ребятки. Двигаем, говорю, потихоньку трамвай. Да. Многие не верили. Говорят, у нас в городе и вдруг трамвай. Здравствуйте. А я уж не о трамвае думаю. Трамвай у меня во. Здорово, Сашко. А, здравствуй, Лука. Что ж ты пешком? Как пешком? Мы на машине. Вон. Глина у вас тут кругом. Ага. Это ж, между прочим, как раз то место, где Бог глину брал, когда Адама делал. Пенсне. Глина у вас тут. Да. А мы этой глиной, что от Адама осталось, весь район одеваем. Как одеваете? Черепицы. Вот, полюбуйтесь. Собственного производства. Здоров, товарищ. Погоди, скажи, как пройти в бурсак? Да, вот так и все. А, вот так и все, да? Понятно, понятно. Приходится сносить. Час перед работой. У нас тоже музыкальный час перед работой.
неточности, неаккуратности. Вы всей улице слух портите. А вы переезжайте на другую улицу, если вас не устраивает наш отец. А мне незачем переезжать. Я 15 лет здесь живу, и ни одной фальшивой ноты у меня... Изобретений заведующий инженер Дятлов. Да. Но он сейчас на заседании, придется обождать. А вместо этого Дятлов? Есть секретарь Сидоров, ну... А чего такое, чего? Или он только-только охвачен. То есть как охвачен? Ну, охвачен воспитательной работой. Да хватило. Ну, так это бывает. И, Иван Алексеевич по поручению Мискова перевоспитывает. То есть как перевоспитывает? В нем это, знаете, старое еще сидит, понимаете? Так понимаю, так интересно посмотреть. Уж лучше подождите Ивана Анисимовича самого. И, наконец, при известном условии трамвай может быть пущен ровно через 15 дней. Нет, через 10 дней. Через 15 Нет, дней. Нет, через 10. Через 15. Ну. Через 12,5, ладно? Лука Иванович, вы забываете о Южной улице. И, наконец, вы забываете о домике товарища Дятлова. Что такое о моем домике? Ничего. О Южной мы не забываем. Покажите, пожалуйста, ваши. Что ты там делаешь? Что ты делаешь? Видишь, это серьезное учреждение. Видишь, люди работают, а ты виноват. Здравствуйте. Кто, зачем, откуда? Василий Звягин из колхоза агрономии. Знаете, ты рядом. С надеждой в сердце и с... изобретением в руках. Это вы что же, кошку изобрели? Ой, нет, это я нашел, а сейчас. Вот. Колхозник? Да, и студент. Почти инженер, сейчас прохожу практику в родном колхозе. Да. Так это самое, я хотел поговорить с вашим секретарем. Потому что время в обрез. Но с секретарем мне не советовали, а? Почему не советовали? Да говорят, он бюрократ, что ли. Что такое бюрократ? Кто бюрократ? Конкретно имя, фамилия? А фамилия его Сидоров, верно, Сидоров. Ну, давайте ваш этот перпетум мобиле. Ой. Ой, вы меня уж простите, он маленький, извините. Что ж ты, а? Вон они трамвай уже пустили.
Полет фантазии. Даже в некотором смысле перелет. Ну да, с трамваем вниз перелет, а с каланчой не полет. Где каланча, я вас спрашиваю? Где? Вот тут она была. Была и должна быть. Жалкий натуралист. Видели, а отживший образ церкви ветвя каланча не прогрессивно. Не вдохновляет. Совершенно верно. Ах, каланча вас не вдохновляет? Значит, по-вашему, церковь и моя каланча одно и то, Антон Васильевич. Это же в творческом смысле, а не буквально. Ну, вот да. Смотрите, моего домик тоже вот здесь нет, а он вот где должен быть. Домик одно, а каланча совсем другое. Так, Антон Васильевич, это же полет фантазии. Какой там полет фантазии? Ведь мы ваш домик по плану сносим. Как сносим? Ну, очень просто. Он же стоит как раз на линии. Не объезжать же трамвай. Правильно. Лука Иванович, сносите? Иван Анисимович, я давно хотел с вами поговорить. Товарищ, мне рассматривать нечего. Что у нас, Нью-Йорк или там Амстердам какой-нибудь? Передвигать дома в нашем городе? Вы что это, сами придумали или с ними вдвоем? Будьте уверены, сам придумал. А потом, при чем здесь Амстердам, когда в Москве дома передвигают? Так вы и поезжайте в Москву, а у нас не Москва, а в некотором роде провинция. Так что ж, мы решили не двигаться вперед? Нет, отчего же, мы двигаться будем, а дома пусть стоят на месте. Так лучше будет. Так ведь их все равно ломаю. О, это другое дело. Это в некотором роде диалектика. Сметать с пути все старое, ломать. Это не диалектика это. Короче говоря, вы будете рассматривать или не будете? Ладно, зайдите через месяц. Когда? Я же вам сказал, товарищ, зайдите через 3 недели. Хорошо, зайду через 2 недели. Вы знаете, мне тут рассказывали про вашего Сидорова. Так вы тоже, знаете, похожи так на него, товарищ Дятлов. Надо знать адрес. Мой адрес? Нет, котенка, чтобы изредка все это навещать. А, ну, Южная 6. А как его зовут? Вот никак. Давайте вместе придумаем. Давай. 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 Ой, удобно? Очень. Ну, тогда вставай. Ой, давайте назовем его Васька. Васька нельзя. Почему? Будут путать со мной. А меня зовут Галя. Ну, тогда здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я где-то вас видел. Где? А помните, когда вы всей улице слух портили? Я играла правильно. Нет, правильно, но... Ну, так как же мы его назовем? Вот дело серьезное. Мы наспех придумаем, а ему всю жизнь имя носить. Давайте отложим на неделю. Почему на неделю? Так, раньше я в вашем городишке не буду. Городишки? У нас, конечно, пока еще не Москва. Нет, но... город очень хороший, но в совете бюрократ окопался, это что, плохо. В совете? Да. А, так это вы, наверное, с Сидоровым говорили. Нет, Сидорова я знаю, это секретарь, а то вот Скворцов, заведующий. Дятлов. Дятлов, вот Дятлов. Ах, Дятлов, так он... Что он? А вы что ж, обиделись и ушли? Мы только с девушками на дороге вот такой храбрый. Ну, это мы через неделю посмотрим, кто на кого обиделся. Но зачем через неделю? Едем-то сейчас. С вами хоть на край света, Галочка, а в город не поеду. Как хотите. Удобно? Очень. Ну и сидите. Ну и сижу. До свидания. До свидания.
Скажите, о чем вы думаете? Ни о чем. А вы? То же самое. Смотрите, как иногда мысли сходятся, правда? Ну, до свидания. До свидания. Вася. Чего? А ну-ка, положите котеночка поудобнее. Не так, поглубже, чтобы он не убежал. Поднимите сиденье. Вот так вот. Ба, куда, Кал? Куда вы, Каля? Открой света! У нас, конечно, не Москва, но все-таки... Здравствуйте, Лукаш. Здравствуйте. Все-таки хочется помечтать и прикинуть. Здравствуйте, ребята. Всегда готов. Помечтать и прикинуть. Здравствуйте. Лука Иванович, хозяину привет. Куда забрался? Здорово, здорово. Как нам вместе с вами, так сказать, мастерами прекрасного, сделать наш город красивым, удобным? Очень занят. Да? Товарищ, это опять вы? Ну как же вам не стыдно? Я же вам сказал, занят. У нас уплотненный рабочий день, а вы меня отрываете. Благодарю вас. Иван Анисимович, вы расстроены. Это глупо, но я действительно расстроен. Кого чуть? Дом сносят. Что вы говорите? Мой домик. Ай-яй-яй, такой хорошенький домик. Я не понимаю, кому он мешает? Трамваю. Да-да-да. Если бы можно было не переезжать в другой дом, а перенести мой. На какую-нибудь тихую улицу. Это как же перенести? Не перенести, а передвинуть. Ага. О, в Москве. Как передвигает? Ну да, в Москве. Да. В Москве. Что вы там ищете, товарищ Сидор? Передвигайте. Передвижка домов. Кто это принес? Какой-то нервный тип с кошкой. Хотел в Москву уезжать. У вас, говорит, провинция. Вы, говорит, не двигаетесь вперед. Да глупости. Я ему тоже сказал глупости. Провинция, говорю, понятие отжившее. Так сказать, устарелое. Ну, так и сказал, да? Честное слово. Я ему говорю, вы не учитываете плана третьей пятилетки, местную промышленность, рост населения, трамвай и так далее. Молодец! Молодец, Александр Павлович! Иван Анисимович, а как же иначе? Разве вы меня напрасно перевоспитываете? Тратите время, силы, ум, талант? Ну, товарищ Сидоров, я...
Я его просил вас обождать, чтобы сейчас же рассмотреть. А он фыркает, говорит, приду через месяц, и чертеж бросил. А кошка всю простоквашу слопала. Очень хорошо. Замечательный выбор. Что меня смущает? Есть у нас планы расширения улиц, разные планы. Но все, как сговорились, обязательно ломать. Ну, там, где трамвай, это понятно. А вот здесь? Здесь только ломать. Обязательно ломать. Ну, ломать. Да. Виноват. Забыл? А все-таки нельзя, чтоб не ломать. Только ломать. Ломать. Можно не ломать. Лука Иванович, мы будем передвигать дома. Как в Москве. Как в Москве. Оригинальнее. С поворотом. Как с поворотом? Эксперимент. С каким поворотом? Лед технической мысли. Новое слово. Ну-ка, расскажите. Одну минуточку. Новые слова. И где у нас необходимо нам это поддержать, вдохновить? Золотые слова. Бред. И начать это надо с нашего города. Скажите, товарищ Дятлов, как вы относитесь к этому проекту? Лучше, чем к вашей музыке. Вам же не нужен месяц на рассмотрение? Месяц? Зачем месяц? Мне все ясно. Наконец я отдохну от вашей музыки. Уезжаю. Ну, нам просто везет. Да, уезжаю, все ясно. Перестраивается. А почему вы так любезно встретили автора этого замечательного проекта? Скажите, какого автора? Да, с автором действительно вышло немного. Сознается! А что с автором? У меня ничего не вышло. Я его, собственно, даже в глаза никогда не видел. Что? Честное слово. Отмежевывается! Давай Васю! Тихо, ребята, здесь же люди кругом. Гад, в чем дело? Может быть,
Может, вы и теперь скажете, что никогда не видели этого человека? Да что вы мне допросы сказываете? Наклончик! Кто это вообще? Галя. Галя, это не он, я удаляюсь. Как не он? Конечно, не он. Объясните, товарищ, кто вы? Ну, спросите, кто? Это он? Это вы? Да, это действительно я. Рад! Очень рад! Поздравляю! Да, поздравляю! Удивляюсь, как вы могли предлагать ломать дома, когда передвигать их значительно проще? Не меня предлагал, не это вы предлагали ломать дома, а я предлагал использовать опыт Москвы. Нет, извините, это я предлагал. Нет, я, вы с вашим бредовым формалистом. Да, от формалиста слышу. Любимый шляп. Ах так. Иван Ильич, значит, с вашего начнем? Ну, конечно, конечно, поскольку эксперимент, так сказать, риск, мой долг. Договорились. Ну, а как ваши остальные жильцы не разбегутся? Ну, что? Ну, парикмахерская это так. А вот Семечкин... Семечкин? Так Семечкин же передовой человек. Общественник, председатель месткома, новатор. Побольше бы таких Семечкиных. Да я уверен, что он будет счастлив, когда вернется. А где он сейчас? На даче, но это не важно. Я вас уверяю, он будет счастлив. А чего бояться? Мы будем двигать дом, а Семечкин ваш, пожалуйста, пускай чай пьет. Ну, сейчас, что вы? А на повороте у вас толчок, и вообще при такой скорости невозможно. Человек ошпарится. Не ошпарится. Ошпарится, обязательно ошпарится. Вот если 4,5, тогда, нет, пожалуй, можно. 8,5, и все-таки будем чай пить. Молодой человек, механика – это точность. У нее есть предел. А это зависит от того, чья это механика. Позволь. Верно. И меньше всего механика любит диспуты на таком высоком теоретическом уровне. Ну, вы встали? Нет. Нет. Значит, уезжайте. Да, к сожалению. И вот оставляю самое-самое дорогое. А вы не бойтесь. Иван Олесович замечательный инженер. Да? Угу. А говорят, он и скрипач замечательный. Да? Угу. Галка, вы меня не поняли. Дома без меня подготовит. А ко дню передвижки обязательно приеду, ладно? А сейчас я не о доме. О чем же? Совсем о другом. А, понимаю. Понимаешь? Два котенки. Не бойтесь, ему у меня будет очень хорошо. Кстати, как же мы его назовем? Кузьма. Какой же он Кузьма? Он же совсем маленький. Кузьмы всякие бывают.
Алло, алло. Наш микрофон находится на балконе против дома товарища Дятлова и Семечкина. Через несколько минут этот дом уедет, оставив позади себя расширенную Южную улицу, а также маловеров и скептиков, не веривших в возможность трамвая. Есть еще у нас тормозящие граждане. Этим трамваем мы обязаны ударить их по рукам. Ой, черт вас возьми! Простите, Антон Васильевич. Вы мне все пальцы отшибли. А чего же вы под руку лезете? Я не под руку, я при исполнении обязанностей. Шепотом, шепотом. Шепотом, шепотом. Предупредите, пожалуйста, Иван Иванович, чтобы около дома не курили. Не курить? Да, не курили. Знаете, мало ли что. Шарикоподшипники греются, масло, бензин. Будьте любезны. Курить шепотом. Не курить! Абсурд рассыпется. А? Рассыпется. О, Иван Анисимович, о! Да не Иван Анисимович, а дом рассыпется. Лука Иванович тоже. Товарищ Сидоров, Фягина нет? Нет. Может, у него случилось что-нибудь? Наверное, случилось. А может, вы телеграмму не к тому адресу послали? Что вы, Иван Анисимович, у меня квитанция есть. Иван Анисимович! Иван Анисимович! Ну? Ну, где ваш Вася? Обещал, обещал, обещал. Вот, вот всегда вы так. Не точность, не аккуратность. Пора, пора двигать. А то и так уже целый час весь транспорт задерживает. Нет, я ведь техники-то не очень. Я ведь не знал, Иван Ильич, что вы без Васи не можете. То есть как не могу? Очень даже могу. Так мы же его не технически, а морально ждем. Ах, морально? Да. Ну, так тогда действуйте. Пожалуйста. А то ведь у меня трамвай ждет технически. Пожалуйста, пожалуйста. Я тебе говорю, Иван Иванович, а ведь это даже интересно. Почему? Вы знаете, Вася приедет, а дом уже переехал. Сюрприз получится. Да, сюрприз. Петр Филиппович, на повороте только 4,5. А у товарища Звягина пометка 8,5. А, Звягин, так это же сумасшедшие скорости. Быстровато, конечно. Только 4,5. Можно там? Даю. Заводи. Давай. Товарищи! Ура! В движущемся состоянии. Как-то купе поезда, кабине самолета, каюте парохода. И хотя смертных случаев не было, но все же небольшие ранения зарегистрированы. И только плавность движущегося дома вполне гарантирует нас. Потом. Застрял в доме. Заело. Что вы глупости говорите? Не глупости, а эти
Блоки заело. На повороте заело. Видно, по Васиному надо было. Вот. Заело. Никакой паники. Никакой паники. Никакой паники. Никакой паники. Никакой паники. Да никакой паники. А надо было по Васиному. Петр Тимофеевич. Никакой паники. Да. Летите вниз. Вниз? Вниз, и я сейчас тоже. Можно и вниз. А все-таки надо было по Васиному. У меня все правильно. Никакой ошибки не может быть. А в чем же ошибка? Не знаю. В проекте. Только в проекте. Вы... Хотел бы я видеть вашего Васи. Иван Анисимович, Иван Анисимович, он вам очень нужен. Очень. Иван Анисимович, Иван Анисимович, Иван Анисимович, а вы могли с ним что-нибудь сделать? А я с ним сделал бы. Хорошо. Дом находится на перекрестке Южной и Ваньковской. Сейчас будет поворот и... виноват, пардон. Не будет поворота. Нет, нет, будет, будет поворот. Что вы говорите? Предупредите про расследование, чтобы примуса, спички и вообще сойдем в сторону. Понимаете, пока он стоит на перекрестке, может весь квартал сгореть, как фейерверк. Сгореть? Да вы не нервничайте, Иван Иванович. Ваш балкончик ведь в стороне. Так я не нервничаю. Ой. Ой. Ну вот, началось. Граждане! Граждане! Минуту внимания! Объявляется антракт! Пауза, так сказать, на 1-2 часа. Надо смазать кое-какие части. А пока, милости просим, в дом. Осматривайте, граждане, осматривайте. Так тебе и надо. Будешь теперь посмешищем на весь город. 20 лет требовать от всех хорошей работы и так опозорить. Ну, успокойся, ерунда. Ну, кто тебя обвинит? Кто? Я сам себя обвиню. Ведь это я нарушил жизнь всего города. Товарищи, вы понимаете, что вы натворили? Здесь же у меня центральная магистраль. Маленькая задержка, смазка блоков и все в порядке. Весь город из одного дома может сгореть, как фейерверк. Товарищ. Иван Ильич, вы с ума сошли. Вы срываете весь мой график. А я из-за вас не могу рельсы прокладывать. Маленькая задержка, смазка блоков. А вы пока по обе стороны дом прокладываете. Как это по обе стороны? И трамвай, может быть, прикажете по обе стороны? Очень просто. С одной стороны доезжают и обратно, и с другой тоже. А пересадка через мой кабинет. Я предлагаю сломать домик. Ваш счет-то сломаем. И нам практика. И жителям приятно, да? А все-таки попробуем не ломать. А в случае пожара? Весь же город сгорит, как фейерверк. А в случае объедем по Иваньковской улице. Понятно? Лука Иванович, имейте в виду, теперь я за сроки не отвечаю. Ничего, ничего. Прокладывайте рельсы с обоих сторон, уберем дом, сомкнете и готово дело. До свидания. Ну, как угодно. Лука Иванович, а как я узнаю, если все же решите ломать? А вы попозже позвоните Ивану Анищу, он вам все и расскажет. Лука Иванович, вот. Что вот? Вот он. Так что мне он? Вы мне вашего Васю подавайте. Звягина. Ну, за Васей поехали. Галя поехала. Поехала? Да. Ну, вот давно надо было. Так она давно и поехала. Девушки, где тут у вас механик Вася? Там, где и все. У родильного дома. А? Thank you.
Семечкин нас едет. Возвращается, значит, товарищ Семечкин с семьей. Дверь квартиры товарища Семечкина прижата пивным ларьком. Но наш товарищ Семечкин найдет выход. Товарищ Семечкин, как я рад! Вопрос первый. Дом передвигали вы? То есть, свинцель, я собственно... Вопрос второй. Вы заявили, что я буду счастлив. Ну, а мог ли я сомневаться, знаю вас? Точка. Понятно? Давайте. Откуда машина? С Горсовета. Хорошо. Послушайте, товарищ, что тут у вас происходит? Детей встречаю. Каких? Известно таких, Васиных. Васиных? Да. Прошу вас. Вот так. Осторожней, осторожней. Осторожно. Товарищ, товарищ, тут какая-то ошибка. Это машина за механиком Васиным. Правильно. Товарищ! Так это же его дети. Пожалуйста, Терем Тимофеевич. Лука Иванович машину прислал для почета. Идемте к нам. Вася будет так рад, рад. А как же? Мы не думали, что в городе уже знает о нашем счастье. Ах да, конечно, знает. Я потом. Мне надо тут еще с машиной. Еще пять раз только.
разрешите приветствовать новых трех колхозников, трех бойцов. Вася, одна девочка. Ух, верно. Ну, двух бойцов и одну боевую подругу. Растут они сильными воинами. Пусть знают, что только у нас так радостно встречают их появление. Пусть вспоминают, что... Вась, ты что? Не ожидали. Наоборот, только ждала, что вот так буду играть среди улиц. И собьетесь. Ну, зачем мне сбиваться? Это вы сбились с вашим домом. С каким домом? С тем самым, с Иваном Анисимовичем. Застрял среди улицы и все движение остановил. Простите. Когда же его двинули? Телеграмму получили? А вы мне писали? Я писала, Сидоров писал. Никакой телеграммы не было. Как же он... Застрял. На повороте. Да. Тогда едем скорее. Арина Тимофеевна, а дети? Ох, верно, неудобно. Объясните ей, извинитесь. Может быть, она поймет. Галочка, пойдет. Арина Тимофеевна замечательно. Манечка, не волнуйся, ведь это же передовая семья. Осторожней, Алик. Попадешь в пад? Возьми ремень. Говорите тише. Да? Ломать модель. Какую? А, одну минуточку. Алло? Как с домом решили? Ломать будем? Кто ломать? Не понимаю. Решено ли ломать? Лило.
мать. Мать. Мама. Ломать. А говорите по буквам. Леонид, Омейко, Мефистофель, Алеша, Тарас. Мягкий знак. Да. Какой знак? Мягкий знак. А мягкий знак. Так что же мне ломать модель? Одну минутку. Да, ломайте вашу модель. Решено, да. Решено и подписано. Решено и подписано? Чудесно! Мы выезжаем! Кто выезжает? Куда выезжает? Алло! 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 Наконец! Есть работа! Решено и подписано! Полгода не было пожаров, и вас только отпусти. Наброситесь, как кровожадные звери. Сразу начнете ломать, а тут нужно не ломать. Не ломать, а препарировать домик. Балкончик отдельно, крылечко отдельно, лестничку отдельно, труба отдельно. Представьте себе, что вы не пожарные, а, ну, хирурги. Вперед, друзья, на работу! Марья Павловна, мы пришли узнать, не помешаем ли мы, если будем играть. Мы теперь так близко съехали. Пожар! Очень хорошо. Не волнуйтесь, Марья Павловна, все в лучшем виде. Крылечко уже препарировано, мебель выносится. Куда выносится? Это я уж вас хотел спросить. А домик сломаем на красоту. Правильно? Абсолютно правильно. Уж будьте покойны, Иван Анисимович. Все продумано. Ювелирная работа. Балкончик отдельно, крылечко отдельно, как в поликлинике, да. Значит, там Лука Иванович приехал. Вас требует. А в чем дело? У меня все в порядке. Телеграмму послал, вот документ, квитанция. Ну да, послал в колхоз «Красный пахарь». А надо было в агрономию. Лука Иванович, роковая ошибка. Название похоже. Куда, куда? Поставьте на место. Кто вам разрешил? Он. По телефону. Товарищ Сидоров! Товарищ Сидоров! Идите сюда. Я не говорил. Это по другому телефону. Грачи Десонскому, чтоб ломал модель, а не вам. А то, что подписано, тоже не мне. Не ему. Отписка, Лука Иванович, миленький, отписка. Пойдем. Ну? Лука Иванович, роковая ошибка. Меня ведь Иван Анисимович перевоспитывает.
Перевоспитывал, понятно? Понятно. Понятно, только Лука Иванович, по собственному желанию, вот заявление. Нет уж, знаете, мы вас по общему желанию. А тут собрались, брат профессора. Говорят, предел напряжения и крышка. А, предел, предел. Какой может быть предел? Вот мне в колхозе тоже говорили предел, а я меньше двух норм не давал. А случалось, Галочка, и три. Это не остроумно. Тихо. Девушка. А? Да, так 8,5, Петр Тимофеевич. Есть. Все в порядке, проверил. Чего это ты вымазался? Где, здесь? Да нет, вот. А здесь? Да. Ты теперь чисто? Да, теперь чисто. Ты слышал, что инженеры доказывают? Иван Анищ... А, Иван Анищ. Ну, ты это уж извини. Иван Анищ говорит, а он крупный специалист. Блестящий специалист. Я от него многому научился, но вот... Что вот? Побоялся, риска нет. При чем тут риск, если у тебя все проверено? Лука Иванович, это же впервые с поворотом. Ну и что, что впервые? Ну, то давайте рискнем. Подожди минуточку. Товарищи. Товарищи, давайте не будем мешать. Ну, отошли. Тут вот так рисковать надо, чтобы риску не было. Ну что, значит, нельзя? Это кто тебе сказал, что нельзя? А как же быть? Да вот так и быть. Ну, козырять. Ну и парень. Верно ты, Галка, говоришь. Хорошо соображаешь. Парень как парень. Что ты глупости говоришь? Не парень, а орел. С орлятами. Петр Тимофеевич, можно? Можно. Даю. И по Польку, и по профессору Бауру, и по академику Рузуфаеву ломать. Ванечка. Только ломать, теоретически двинуть невозможно. Ванечка, уже! Что? Начнется через 5, 10, 15, 20 минут. А пока прослушайте вальс в исполнении оркестра пожарной команды. Первой скрипки, как без рук. Вместо того, чтобы прийти, пригласить так вас. Так мы спорили. При чем тут вы? Это я во всем виноват. Нет, вместо мы... того, чтобы прийти к вам, помочь вам, я... Нет, 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 это мы не виноваты. Вы вели себя, Иван. Нет, нет, это я вел себя по меньшей мере глупо. Нет, 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 это мы это виноваты. Он вел себя глупо. Ты что? Как это? Не буду сейчас, Иван, сейчас трамвай пойдет. Нам его нужно музыкой встретить. Да. Трамвай, музыка? Да. Так вы нас просто выручите. Ну что же, пожалуйста.
Так, так мы ни разу не поговорили. О чем говорить-то? Вот. Возвращаю. Гала. Вы знаете, в старое время вот так вот возвращали кольца. Кольца? Да. Нет. Просто потому, что... Ну, ему у вас будет лучше. Вы подарите его вашим детям. Кому? Этим. Близнецам. Василию Васильевичу. Странно, я до сих пор не знал, что у меня есть дети. Это какая-то игра природы. А жена ваша? Какая жена? Тоже игра природы. Гала, какая жена? Арина Тимофеевна. Арина? Так это жена моего друга, Васи Механика. И жена, и дети, все его. Все его? Все его. Так что же вы? Так что же вы молчали? Галочка, я не... Я все время хочу... Вы... Отойдите, пожалуйста. Да, я забыла вам сказать. А чего? Сказать? Да, так вы забыли сказать. Да. Я назвала котенка-то без вас. Назвала? Угу. Память нашей встречи. А как? А угадайте, как? Нахал? Нет. Ну, хулиган. Нет. Память нашей встречи. Ну, а как же иначе можно назвать его? Его зовут? Ну? Его зовут Вася. Галка. Садись рядом. Сейчас трамвай пойдет. Учись, Галка. Он тебе не даст. Спаси. Ты смотри. Пройдите это место еще раз, Галей. А то она... Ну, Павел Павлович, ничего не... А я играла точно и аккуратно. Галочка, здесь мало точности. Здесь смелее надо. С размахом. С фантазией. О! Все вместе? И, товарищи, не одни мы. Но любой, даже самый маленький город в нашей стране может добиться тех же успехов, иметь то же, что имеем на сегодня мы с вами. Нужно только любить свой город, беречь и умножать его богатство. Не сидеть сложа руки и ждать, а действовать и создавать. Разве ждали мы, пока нам пришлют кирпич? Нет,
Мы его делаем сами. А черепицу? А обувь? А ведра и чайники? Я поздравляю вас, товарищи, с торжественным днем пуска трамвая. И знаю, что эта блестящая полоска рельс не просто свяжет Октябрьскую площадь с вокзалом и кирпичным заводом, но проложит прямой путь дорогу к новым победам в борьбе за социалистический город, за город радости и веселья. Всем хорошо видно, но кажется, ловят первого зайца. Да, это определенно, поймали первого зайца. Поздравляю вас, гражданин. Квитанция номер первый. Спокойно. Снимаю. Одну минуточку.